побеждаю! Так, ну надо проходить этот уровень. Я уже думаю, вижу как. Надо наверх залезть. Ага. И сейчас ты также туда залезешь. Ставь свой портал. Ага, понял. И теперь беги сюда. Понял. Угу. Так. И вот теперь пошли он туда. О, серьезно? Ну, это было довольно легко. Ну да. Идем дальше. Что тут у нас? Надо спускаться ниже. Пока что все идет очень легко. Опа! Какой у меня там портал синий? Голубой тебе надо. Спускаемся вот сюда. А, мы не допрыгнем, да? Плохо. Но я тебя спас. Блин, ну вообще реально. Капец, я сейчас думал, что меня так подтолкнуло. Это мост был, который ты поставил. Теперь подожди, а мне ж надо тебе как-то помочь, или ты уже сам? Да, я уже добежал. Чуть не упал опять. Так, снова синий портал надо. Куда он ведет? Ведет наверх. Тут если я сделаю вот так, но он поведет. Да никуда, в принципе. Что тут можно сделать? Тоже ничего особенного. А, ну если только залезть куда-нибудь. Давай думать. Там можно портал поставить. А, да? Во. Так. Теперь куда можно идти? Да, еще тут можно портал поставить. Вон он выход. Нам надо как-то вот поставить сюда портал и как-то туда попасть. Я, наверное, даже знаю как. Я ставлю вот сюда портал. Ты вон туда свой портал ставь. Поставил вот сюда. Теперь мы пробуем залазить сюда. И что нам это дает? Тяжело. Смотри, что я нашел вон там под низом. Угу. И похоже, я додумался, как дойти туда. Вот нам нужно вот это и вот это. Смотри. Да-да, и куда-то я должен свой портал поставить, и мы должны вон туда долететь. А, ну да. Тогда я должен это первый сделать, а ты второй. Я там уже типа могу. А. Теперь просто берем и... Есть, я долетел. Угу. Теперь остается тебе так же сделать. Угу, делай себе мостик. А я тебе сделаю вот так. И просто свой портал поставишь вон там. Всё. Вот и все. На самом деле было легче, чем мы думали. Давай пятюню. Давай. Оп! Еее! То ли чё, и короче, она невменяемая, она не понимает, что она делает, и поэтому я ей помогаю. Сейчас я ей помогал прикурить сигарету. Чтобы долго не одеваться, чтобы ей там прикурить, я быстро выбежал. Пипец какой. Так. Попробую пройти вот сюда. Я прохожу через портал, через этот... А, я помню этот уровень. Ты можешь мне вот сюда портал поставить? С мостиком. Угу, спасибо. Сейчас я пройду.
Теперь спускайся сюда и прыгай. А, теперь я тебе должен сделать. Прыгай. Проходи вон туда. И теперь проходи вот сюда. Теперь иди сюда. И снова прыгай. Ты так, у финиша, да? Да, а как теперь мне тебе помочь? А я сам себе помогу сейчас. Ну, без, не без твоей помощи, конечно. Смотри, ставишь вот сюда, да. И раз. Теперь так же, как я тебе. Теперь сюда. Во. Ну, и полетел. Довольно легкий уровень был. Стик, белую панель. Допустим. И турельку. А, вау, вау. А, там вот так надо. Во. Угу. Хочешь игру на выживание? А, вон. Давай я попробую. Там просто портал можно поставить вот сюда. И нужно как-то смотри, сделать так, чтобы... Вон туда свой и вот сюда свой. Опа. Теперь я попробую что сделать. О, я ее с собой забрал. Ой, хорош. Вот она. Ладно, я ее в этот... Ой, три... А, четыре турельки даже. Еман, я думаю, их тут три будет. Я закрыл настолько... А, вот, придется к гуськом идти. А, нет. Что делать надо? А как туда пройти-то? Я нашел панельку. Да... Короче, панелька тут и... Фигня, которая что-то излучает. Там, либо шарик, либо кубик. Этот кубик... Будет просто тут прыгать. Зачем? Непонятно. Ага. А, и попробуй, да, туда пробеги и что-нибудь с турельками. Попробуй сделай. Я не могу. Так. А, там кубики и шарики прыгают. А нам что надо, кубик или шарик? Не знаю. Тогда тебе надо еще, вероятно, вон туда портал поставить. Я знаю, да, и... А, или стой, поставь вон туда, и давай я... А, нет, не получится, он закрывается. Я просто думал, что я к тебе смогу пройти. Тогда и нажимай на ту кнопочку. Теперь у меня есть кубик. У меня тебя есть шарик. Да. Можешь поставить куб. На вот эту кнопку. Да, точно. Теперь я ставлю куб и включай. Угу. Так, ну мы теперь перебрались. Все, тебя можно идти. Бежим, бежим, бежим. А, погоди. Сюда. Бежи, беги, беги. Пробегал. Doesn't even matter how hard you try.